Емма. Найс. И нафиг, как там говорится, и нафиг я все это делал. Здесь Артем внезапно научился плавать. Вот чисто по-спартански, да? И здесь он еще и лазить умеет на всякие поверхности. Окей. Нифига себе. Че, пацаны, нормально? Ема, самое главное, что освежитель висит. Все четко. Что ж ты фраер сдал назад? Не по масти я тебе. Слушай, я, по-моему, приехал не туда, куда надо, да? Похоже на тупик, пацаны. Надо развернуться нафиг. Загуглил фото бабушек. Боюсь, брат. Это что было? Как ты меня спалил, говно? Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. Тот, я занимался реальным стафом, пока ты бабу обхаживал. Тот же, блин. Ух ты. Спасибо, братуха. Братуха. Круто, спасибо. Да без Б. Куда ты ее уберешь, интересно? А, все, теперь на вахте стоять не обязательно. Сейчас будешь бабенки наигрывать, да? Давай. Спасибо вам. Спасибо. Видите всех? Дело в шляпе. Прекратить базар. Артем командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Артем, может, дождемся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснет. О! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это странно. Чуваки стоят друг с другом рядом, только один свой, другой не очень. И друг на друга не реагируют. Я спокойно иду, как бы думаю, что все хорошо, а тут бах, а это гапаши оказались. Ох, ема. О! Че? Че это было? Ты офигел? Слушай, я типа не триггернул скрипт, и все хорошо стало? Really? Это так? Это так работает? Ты уверен, мужик? Не, я, конечно, все понимаю, но, блин, этого я не понимаю. Мужик, не смотри. Мужик, не смотри. Мужик, не смотри. Я не убивал его, ничего не знаю. Рыба. Слава рыбе. И кринкам слава. Какого фига? Сори, сори. Это все аудиозаписи, которые остались после войны, пацаны. Это как бы... Что как бы доказывает, что у Верховного Главнокомандующего в его личном бункере и, возможно, в других бомбоубежищах, которые наверняка есть по стране, хранятся именно вот эти, вот эта музыка. Только она и больше никакая. Еще кино. Они что, в русскую рулетку играли, судя по пистолету? Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Классическая фраза всяких терпил, блин. Что ж вы за люди такие? Не, ну это прям реально жирная аллегория, типа якобы к современности. Кто-то из разработчиков явно недоволен положением дел в России. Голум ты? Сейчас приду, короче. А, блин, там лифт приехал. Сори. Лифт, точно. Все, сори. Игра играет сама в себя просто. Заряжаю!
О! Вот, вот это я и как бы и искал все это время. Это же оно самое написано, да? Логотип. Кровь, ема, пыль. Дождь. Ну, дождь не очень выглядит. Он, конечно, романтичный, но... Логотип. Ай, шедевр просто. Блин, 2К отдал не зря. Я вам говорю, пацаны. Твою мать. Это что за приседы пацанские были? Ждем, пока Сайн наиграется. Ты глянь просто. Не, ну это... Это, блин, такой инструментище. Ема, босс-файт у вас лютые. Ты меня прижал, ты уверен? Лол. Можно убивать консервной банкой, рили? Фига себе. Так, а можно давить это говно? Здорово. О, бой. Вау. Иди сюда, хабала буду бить. Емон с кирпичом. Чувак с кирпичом пришел просто на стрелу, причем с двумя. И что я наоткрывал? Я просто смотрел на стены и... Ема. Матурым Ан Чугубуси. Я не знаю, я на чувашском что-то сказал. Сори, пацаны, сори. Сюда добралась. Да ема, текстуры, говно. О, сори, я вас понял. Башкой об лодку бился. Нормально все? Так, давай, иди сюда. Хочешь пузико почешу? Смотри. Ха, лох. Дамир, ты там чё, блин? Окей. Я бы не доверил Дамиру винду переустанавливать. Фига себе, паркур. Ема, у вас тут ёкарный бабай, у вас тут компьютерный клуб. Это какой-то особенно огромный лох. Воу-воу-воу! Ты идешь нафиг. Какого фига я застрял? Аниме, пошел вон. Не знаю. Тихо. О-о-о. О! Так, это, по-моему, контурные карты по географии. Вот они, где все это время были. С 9 класса их ищу просто. Ну и чё? Чё стоим? А чё они все умерли? Не, подожди, пауки умерли заранее, прежде чем он их поджёг. Суицид. А если, когда Артём высыпается, интересно, ХП восстанавливается? Да, смотри-ка, прикольно. Зачем тебе верстак? Покрафтить хочу. Жалко, что никак в Майнкрафт. Твою мать. Тихо, браток. Все свои, шмалять не будем. Если бы мы тебя привалить хотели, ты бы проснулся, а голова в тумбочке. Точно? Так что ты не напрягайся. У Саула к тебе разговор есть. Ну здорово, гастролер. Не забыл, как меня... Сука! Кобздец тебе!
Так будет с каждым, блин, кто мне мешает спать, твою мать. Потихонечку, полигонечку, да, вот так вот. Потом вот так вот, бам. Потом так, бам. Потом вот так вот, смотри, 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 так. Двоечку, двоечку, ба-бам, е, е, бой, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, опа, так, нормально, да? Чисто двоечку сдал. Подожди, можно я похилю, спасибо. Давай, иди сюда, я покажу кое-что, смотри. Нормально, скажи. Я считаю, что огнестрел здесь вообще не нужен. Из гастролёров. Это Майк Тайсон? Интересно, интересно. Подожди секунду. Вот и отлично. Все, кроме гостя, вон. Кретины. Ты Нарик? Тут никого нет. Кто мы-то? Ну, молодой человек. Он, блин, похож на что-то между Тайсоном и Познером. Не ожидал увидеть меня здесь. Неудивительно, неудивительно. Никто такого не ожидает. Саул, хоть и кретин, иногда... Саул должен был привести меня к барону, а барон должен был как бы со мной пообщаться. Но поскольку я убил Саула, я сломал игру. Я прихожу к барону, барон говорит, что вы, кретины, привели его сюда, подразумевая, что придет Саул со своими шамками. Но я Саула положил точно так же. Понимаете, да? Я же говорю, скрипты сломаю. Я ломаю скрипты, пацаны.